случай, когда договорился с мамой, племянницей и сестрой, что мы в 8:30 выедем. И они все еще собираются, и ты сидишь в холодной машине, прогреваешь и ждешь их. И так всегда. У меня одни женщины в семье, кроме папы. Мама, племянница, сестра, дочь, жена бывшая. Одни женщины, понимаете? Мне срочно нужен сын. Чтобы он вот здесь сидел, а я ему пошлые анекдоты рассказываю. Как мы это с папой делаем. Мне уже даже отец намекает. Говорит, понимаешь, что на тебя одна надежда, чтобы продолжить род и не утратить фамилию. Короче, мне нужен сын. Срочно. Что мне делать? Ну, скучно одному прогревать автомобиль. А еще мне нужен сын, потому что я хочу вертолетик на управлении, машинку на управлении, пистолет на пульках, водяной пистолет. Блин, это круто. Не, я очень люблю своих девчонок. Вы не представляете, насколько сильно. Но, блин, в одни лолы играть, это как-то уже... Вот купил дочке, короче, огромный лего-замок, ледяное сердце или холодное сердце. Вот. В итоге 20 минут Эва просто смотрела, как я его собираю. Потом ушла в планшет. И мы с бабушкой собирали этот замок часа 3. Вот так вот. Но все равно. Я девчонок своих очень люблю. Хоть уже и как бы 6 минут опоздания. Смотрите, идет банда. О, сестры еще даже нет. Просто отлично. Ее будем ждать. Так, поп ит. У нас уже в руке, главное, есть мама. И вот, 8 минут опоздания, пожалуйста. А где это? Брат мой. В женском обличии. А где Алена? Да понятно. Так вот всегда, всегда так. Ну, пожалуйста, все ждут. Ну да, ей тяжело, конечно, она с этим гиробордом. Че ты с гиробордом? Блин, Милана. А че ты не носишь свой гироборд? Тебе купили гироборд, надо по ступенькам на нем кататься уже уметь. Вот так просто лыжусь туда и кататься. Да. Что? Мягче так сказать. Блин, одни бабы, где женщины?